Концерт, посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, состоялся в Белоглинском доме культуры. Творческие коллективы показали свои концертные номера. Музыкальные поздравления звучали в память о подвиге людей, которые, несмотря на серьезную угрозу здоровью, остановили распространение радиационного загрязнения. Со словами поддержки к ликвидаторам последствий на Чернобыльской АЭС обратился глава Белоглинского сельского поселения Александр Слюсаренко. Это страшная трагедия, произошедшая в Чернобыле. Она касается не только нашей страны, она касается всего мира. Я хотел бы поблагодарить всех участников за ваш подвиг, пожелать вам крепкого здоровья, вам и вашим семьям, благополучия, мирного неба над головой и всех благ. Представители районных организаций Совета ветеранов и Союз Чернобыль Наталья Бунина и Николай Ткачев произнесли слова благодарности. Защищая нашу страну, нашу землю, до сих пор, слава Богу, они живые, мы можем знать и видеть, что они делали. Мы все прекрасно понимаем, какое было то страшное время. Но мы очень благодарны им за то, что сегодня мы все живы, мы, наши дети выросли, наши внуки растут. А им огромная благодарность за тот труд, за тот подвиг, который они совершили в то нелегкое, страшное время. Спасибо вам большое. Я, конечно, не герой. Просто выполняли свой долг перед нашей поставленной задачей. Мы выполнили. И большое им спасибо. А вам... Я хочу сказать большое спасибо, то, что вы нас помните. Такие мероприятия проходят с участием молодого поколения. Это очень важно, помнить о тех, кто ценой своей жизни и здоровья остановил эту трагедию.